Я, во-первых, слушаю радиоперехваты того, о чем они говорят со своими мамами, женами. Жены разрешают им насиловать других женщин, говорят, ну это ж трофей, типа, давай, только предохраняйся. Жены разрешают, не разрешают, а говорят, что нужно брать в домах, которые они захватывают, что нужно по хозяйству и так далее. Я смотрю на эти страшные, бессмысленные убийства, на эти изнасилования, кошмарные, младенцев насилуют. Ужасно. Фамилии установлены уже. Не говоря уже о массовых изнасилованиях женщин, маленьких девочек. Я понимаю, что Россия превратилась в какую-то странную страну, где все друг друга насилуют. Мы же видели огромный объем видео из тюрем, где просто повально насилуют мужиков мужики. Скажите, пожалуйста, что с этой страной случилось вообще? Что с ней произошло? Что это за сбившийся какой-то генетический код? Ну, как бы, как далеко будем уходить в историю? Очень далеко или ограничимся последним столетием? Вот. Ограничимся последним столетием. Там все понятно. Да, значит, на самом деле, мне кажется, мы имеем дело с отрицательной селекцией. Уникальный эксперимент, который проводился с 1917 года. То, что было до этого, мы можем обсуждать. Как бы, но, тем не менее, понятно, что у той России было будущее. Да, она была далеко не идеальной, вот, но, тем не менее, у нее было будущее.